Добрый вечер. Вот славно нам пелось, славно жилось, и поется сейчас, поем мы эти песни уже 10 лет без него. И пока эти песни мы поем, пока они живы, энергетика вот этого человека, она в этих песнях звучит. Давайте их петь. И для этого мы здесь сегодня собрались. И вы можете унести с собой его голос специально к сегодняшнему концерту. Восстановлена запись нашего живого с ним концерта. В 99 году мы выступали в Красноярске. И замечательный звукорежиссер местного цеха сохранил эту запись многоканальную. Мы ее сейчас почистили, восстановили. И вот такой альбом из двух дисков теперь доступен всем. Мы будем рады, если вы будете слушать песни Берковского в его исполнении. А сегодня мы, его ученики, последователи, друзья, будем петь здесь его песни. Нас много, так что приготовьтесь, концерт коротким не получится. Но если вы будете петь вместе с нами, то время пролетит быстрее, а маэстро это очень любил. Дорогие друзья, мы находимся в альма-матере Виктора Семеновича Берковского, где он был студентом и аспирантом, впоследствии преподавателем. И по традиции наш концерт открывает хор студентов и преподавателей МИСИС. В следующем году вся наша страна будет отмечать 75-летие разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. А совсем рядом с нами, в здании Горного института, проходило формирование первой дивизии народного ополчения. Сейчас там установлена памятная стела. И вот поэтому особенно дорога студентам и сотрудникам МИСИСа песня «Вспомните, ребята» на стихи Дмитрия Сухарева. Карточкой. На сцене Анна Чарушина, Павел Иванов, Константин Булатов, Кристина Кондратенко, Роксана Февралева под музыку Вивальди. А-а-а-а.
давайте, печалиться давайте, об этом и о том, об этом и о том. Вы слышите, как жалко, как жалко, как жалко, вы слышите, как жалко, и безнадежно как, заплакали серьезно, и жены, и служанки, и собаки на лежанках, и дети на руках. И стало нам так ясно, так ясно, так ясно, что во дворе насно, как на сердце у нас, что жизнь была напрасна, что жизнь была прекрасна, что все мы будем счастливы, когда-нибудь Бог даст. И только ты молчала, 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 и головой качала любви печальных так. А после говорила, оставьте все сначала, мы все начнем сначала, любимый мой, и так. Под музыку Вивальди, 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 под музыку Вивальди, под славный клавесин, под скрипок переливы, под завыванием юги, условимся друг друга любить, что было сил. Приглашаем на сцену директора Института непрерывного образования ИТУ-МИСИС Владимира Дмитриевича Сапунцова. Представляете, 50 лет назад я выучил первую песню Берковского. В школе было мне 16 лет. И эта песня нравилась и ученикам, и учителям, редкий случай. И через 5, через 15 и больше лет мы встречались, и мне всегда говорили: «Володя, давай гренаду». А в 2009 году меня пригласили работать в МИСИС. И буквально на второй месяц такая серьезная команда профессоров, руководства университета поехали на выездную, ну, скажем, встречу, семинар научный. Но 2 дня я взял с собой гитару, думаю, интересно, а как вообще, поют ли песни Берковского в МИСИС? Ну и вечером банкет, как водится. Я с гитарой и спрашиваю уважаемых профессорско-преподавательских людей: а что споем? И мне профессор Юсфим: а гренаду знаешь? Я говорю: так в чем же дело? И как мы грянули, представляете, там было человек 60 уважаемых людей МИСИС, дружно, с удовольствием, а потом и «Амазонку», и другие песни, и мне говорят: ну все, Сапунцов наш человек, он Берковского знает. И представляете, вот сколько мне приходилось разговаривать с нашими преподавателями, при разговоре о Берковском и о его песнях у людей светлеют лица, появляется улыбка. Какой замечательный себе воздвиг памятник, Виктор Семенович. И сейчас я спою песню «Трубачи» на стихи Натана Слотникова. Мне кажется, эта песня, она не так часто исполняется, как, скажем, под музыку Вивальди или «Гренада», «Амазонка», но она абсолютно в стиле Высоцкого, в стиле Берковского. Она мелодична,
ритмично, романтично и эмоционально. Вот мне кажется, основной стиль Виктора Семеновича именно в этом. Трубачи. Трубачи. Не хмелейте от славы, не спешите тревожить усталых коней. Вам не будет привала, разве веселья забавы вам скакать до сегодняшних и до завтрашних дней. Ваши трубы не хрипнут и не старятся трубы, и в бедном горле у них умирает тоска. Ваши песни встают вдохновенные и грубы, как вода, солдаты встают для броска. Вслед за ними иду прямо к солнцу, а если как легко мне подолгу на солнце смотреть, а война есть война, убивают и песни. Хорошо, с вашей песней трубачи умереть. Вы над веком несетесь, и земля принимает каждый след от копыт, как невеста кольцо. Пусть всегда ваши трубы надо мною играют, пусть всегда ваши ветры обжигают лицо. Обжигают лицо. Спасибо. Владимир Сапунцов. А сейчас на сцене ученики Виктора Семеновича Берковского, выпускники МИСИС и участники ансамбля «Канон» Марина Анисимова и Евгений Поляк. Встречайте! Родные стены и на родную сцену. Сегодня у нас две песни Виктора Семеновича на стихи Дмитрия Антоновича Сухова. Песни, которые, ну, одну из которых он исполнял крайне редко, а про вторую мы расскажем попозже. Чаши на поле и души
живем. Все, что простительно, то прощено, что непростительно, то не проститься. Можно ругаться, но лучше проститься. Кончена дружба, допьете вино. Кончена, кончена вечна и ночь. Спеть бы другую, да поздно. Живы, разошлись, разойдемся морозно. Ночь на дворе и виски в серебре. Все же позвольте тряхнуть сединой пару слезинок смахнуть напоследок. В дом дойдя, что больно, он уедет. Дружбы старинной, напиток хмельной. В том-то и дело, что больно он вред. Дружбы старинной, напиток хмельной. Петь эти песни. Спасибо. Очень много друзей в зале, очень много родных людей. Спасибо вам за то, что вы пришли. Вообще за то, что вот это есть. А следующая песня, у нее история такая. Примерно, не примерно, а точно, 30 лет назад Виктор Семенович записал нам кассету. На кассете был концерт с Галей Бочкиным и Димой Диктором. И на кассете осталось место. Чтобы место не пропадало, Виктор Семенович записал туда некое попурри из очень старых песен, или песен, которые он откладывал, не дописывал. Мы не знали, что это было попурри. И нам понравилась одна песня, как бы там песня и припев. Я подошел потом к Виктору Семеновичу, говорю: Виктор Семенович, вот такая замечательная песня, принесите, пожалуйста, все слова. Он принес еще один куплет. Он говорит: а тебе зачем? Я говорю: все происходит. В общем, мы сделали два куплета и два припева, показали ему, выяснилось, что это были две разные песни. Но так они хорошо легли, что он нам простил нашу наглость по отношению к композитору, к поэту. И, в общем, вот такая песня получилась, которую мы страшно любим, тоже на стихи Дмитрия Антоновича Сухарева. Мы поедем с тобой на оленях. Далеко, далеко, в том краю ни дорог, ни селений, там туман, молоко. А потом полетим на ракете, ни гостей, ни вестей. Мы большие, а хуже, чем дети. Все нам снятся туманности эти. Это млечность, это млечность путей. Вот и рассвет, рассвет. И тени, и ты, туман. И чьи-то следы на снегу, на снегу. Мороз, да, на снегу мороз. Вот и ответ. Порой печатный, как слезы. Могу ли без тебя? Не могу. Нет, не могу.
не могу, нет, нет, не могу. А домой мы вернемся пешочком на своих, на двоих. Будут звезды светить нам пришедшим, нам дошедшим до них. Посмотри, моя милая, лучше, как земля зелена. Снова видня не выльются тучи, и поднимутся ивы плакучи, и взойдут семена. Вот и рассвет, рассвет, и тени, и ты. Чьи-то следы на снегу, на снегу, морозно, морозно. Вот и ответ на вопрос, печатный как след, на снегу. Могу ли без тебя? Не могу, нет, не могу. Нашей зимы голоса, чьи-то следы на снегу. Я без тебя не могу, нет, 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 не могу. Нашей зимы голоса, чьи-то следы на снегу. Я без тебя не могу. Нет, нет, не могу. Спасибо. Только что прозвучали две песни Виктора Семеновича Берковского на стихи Дмитрия Сухарева. А ранее знаменитый «Альма-Матер» «Вспомните, ребята». И прозвучит еще немало песен этого замечательного творческого тандема. И мы рады сегодня приветствовать в нашем зале классика жанра авторской песни, поэта Дмитрия Сухарева. Поздравляем вас, дорогой Дмитрий Антонович, с недавно прошедшим 85-летним юбилеем. Долгих вам лет, здоровья! А сейчас на сцене участники КСП «МИФИ» Галина и Сергей Брусницыны. Песня на стихи Дмитрия Сухарева. Стучи машина, курс Норд-Вест, Чупава век не надоест. Чупа столица наших мест, в реке сметана. Куда ж нам плыть, как не в Чупу? Плывем Чупу крушащему, и тает дыней на Чубу. Бога обитана, и тает дыней на Чубу. Бога обитана, привет, Чупа, Чупа, приют. Чупа уют, не всех кают, печи печально соки пьют. А ну, блесни нам, Чупе светло и без грешка. Уснешь с дорожки пирожка, а в нем морожки с полмешка. А в нем брусника, а в нем морожки с полмешка. А в нем брусника, Чупа, черта, сиди и пой. А что там дальше за чертой? Как нас погладят за Чупой, шершавой лапой. В Чупе в кино идет Чапай, но все ж на станцию ступай, билет купейный покупай. И к югу Чапай, билет чупейный почупай. И к югу Чапай. Это Чапай.
Песни доктора Берковского стали народными, даже песня «Чупа» уже за много лет внесено несколько изменений, мы пытались учесть все варианты. А в следующей песне я осмелился, и к мелодии Булата Куджавы про голубой шарик, который Виктор Берковский включил в песню, простая песня-то Булата, я добавил еще три мелодии Куджавы, которые упоминаются в стихотворении Евгения Евтушенко. Простая песенка Булата, всегда со мной, она ни в чем не виновата. Перед страной нас эта песенка будила. Открыв глаза, она по проволоке ходила. И даже за, где в пыльных шлемах комиссары, нет ничего, и что-то в нас под корень завы подсечено. Поставлю старенькую запись и ощущу к надеждам юношеским зависть. И загрущу надежд обманутых обломки. Сосала грязь, пересыхая, рвется пленка, как с прошлым связь. Все изменилось в жизни люди, любимый взгляд и лишь оскол иллюзий. Простая песенка Булата, всегда со мной, она ни в чем не виновата. Перед страной она звучит из дальней дали, сквозь все пласты, и ты пойми, как мы страдали. Вторая гитара Александр Радовский. Ну, то есть первая. Несмотря на то, что Александр Радовский первая гитара, тем не менее, аккомпаниатором Виктора Семеновича был я. Одна из моих самых любимых песен на стихи Булата Куджавы. А мне-то что с того? Ну что с того? Что с того? Я был его ребенком, я нянькой был его. И что с того? Что с того? Я был его рабочим, его солдатом был. Он слишком удивлен, меня всегда любил. Он слишком отчужден, мне руку подавал. По будням меня помнил, а в праздник забывал. Yeah.
умру. Проснется ли мой город с тоскою поутру? Пошлет ли на кладбище перед заходом дня своих счастливых женщин оплакивать меня? Но с каждым днем сильнее и злее его люблю, и своей любовью богов себя люблю. Мне ничего не надо, и сожалений нет. В руках моих гитара и пачка сигарет. Мне ничего не надо, и сожалений нет. Теперь к разлукам привыкайте, к пуританству телеграфных строк. Вы теперь, пожалуйста, на карте отыщите порт Владивосток. Там, оставив берег за кормою, в море отправляются суда. Тихо там восходит тихоокеанская звезда, тихо там восходит надо мною, тихоокеанская звезда. Вы теперь, пожалуйста, простите все ошибки сухопутных дней. Вы теперь, пожалуйста, любите нас и посильней, и поверней. Вы в кого другие звезды спрячьте, чтобы вам сияло иногда тихо восходящее над мачтой тихоокеанская звезда. Thank you.
океанолога, поэта Александр Городницкий. Аккомпанирует Дмитрий Богданов и Евгений Быков. Добрый вечер. Памятник. Памяти моего старого друга Виктора Берковского. На рубеже зимы сомнет ладони злость, друзей горячий свет запорошило вьюга. Все то, чем жили мы, как будто не сбылось. Гренады вперед нет, кому не стоит друга. На небе, где уют и нет земных тревог, где сухо и тепло, весной и зимой с ним вида ночи пьют соавторы его, Павлицкий, Светлов и Киплинг, и Самойлов. С ним вида ночи пьют соавторы его, Павлицкий, Светлов и Киплинг, и Самойлов. Костра летящий дым, бегущая вода, мы юную мечту вернул уже не в силах. Бала песен с ним певали мы тогда на Грушинском плаву, в Москве на Курилах распался тесный круг, необратимый впредь, крепчая зимний вьюг. Морозное дыхание, прощай, мой старый друг, с тобою нам не петь, прощай, мой старый друг, вернее, до свидания, прощай, мой старый друг, с тобою нам не петь, прощай, мой старый друг, вернее, до свидания. А до земли грядут иные времена, наш мир ушел давно, не выжив ностальгии, эпоха новых смут, и новая война, и новое кино, и песенки другие, но душу укрепив для будущих времен, забыть мы никогда не сможем эти зонки, где скачет по степи усталый эскадрон, и движутся суда в далекой Амазонке, где скачет по степи усталый эскадрон, и движутся суда в далекой Амазонке. Спасибо. Песни нашего века. Нашего века припоминаю вдруг старые гитары, это сердце щемящий звук, громко рокочут струны времени, вопреки в зале немного юных, больше же старики, в зале немного юных, больше же старики. Песни нашего века мы не услышим впредь, скоро будет некому с нами уже запеть. Много это даст ли будущие века, звезды уже погасли, свет придет пока, звезды уже погасли, свет идет пока. С ними не знаю фальши, мы свою жизнь прошли. Вон они чуть подальше, вот уж они вдали. В будущем неуместное в небе они поют, будто ушли оркестры и завершен парад. Вот ушли оркестры и завершен парад. Песни нашего века гаснет закат в дыму. Банды нашего века смолкли по одному. Пусть молодые встанут в их поредевший строй, выпавшую гитару пусть подберет другой, выпавшую гитару пусть подберет другой.
замечательная песня. Клубы, самодельные песни, аббревиатура всем понятная КСП. КСП, 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 молодое поющее братство, ты в былые года преуспел, помогая во всем разобраться. Ты отыскивал правильный тон в шестиструнной гитарной науке, чтобы следом за нами потом наши дети запели и внуки, чтобы следом за нами потом наши дети запели и внуки. КСП, 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 ничего нет на свете дороже, кто-то песни с тобой не пел, понапрасну года своих прожил, стихотворцы, поверив строке, ты учил нас общению в слове и на русском родном языке, и на римной украинской мове, и на русском родном языке, и на римной украинской мове. Ты нам дал путеводную нить, на юность свою не в обиде, ты учил нас друг друга любить, никогда не учил ненавидеть. Над костров твоих светлым огнем снова молоды мы и крылаты, лучше в руки гитары возьмем, чем казенные брать автоматы. Лучше в руки гитары возьмем, чем казенные брать автоматы. КСП, 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 тот тебя позабудет едва ли, кто в твоей затерявшейся толпе приезжал на твои фестивали. Твой палаточный летний уют заметает холодная вьюга. Если вместе ребята поют, то они не стреляют друг в друга. Там, где вместе ребята поют, там они не стреляют друг в друга. Спасибо. Спасибо, Александр Алексеевич. Я хочу... Александр Алексеевич! Я хочу пригласить на сцену замечательную певицу, которая приехала к нам из Казани. Наша новая замечательная подруга и звезда, заслуженная артистка Татарстана, которая поет много авторских и не только песен, Юлия Зиганшина. В сопровождении замечательных музыкантов это уже знакомый вам Александр Радовский, Николай Масальский и Дмитрий Толпеков. Целовались по ночам.
Он пригвождён железом.
Дмитрия Сухарева. «Апрель». Я надеюсь, что мы ее споем все вместе с вами. И крыши все задали, и солнышко печет. Эх, взять бы мне за Далью подснежничка в пучок. Эх, взять бы в руки вербочку, что запахом текла. Мимозную бы веточку, весточку тепла. Апрель, апрель на улице, а на улице февраль. Еще февраль на улице, а на улице апрель. Не дома, не под крышею, на самом ветерке стоит девчонка рыжая в зеленом свитерке. Стоит с веселой миною, милою весьма. А может, правду минула, скинула зима. А может, правду скинула, солнышко печет. То, что шутку скинула, слава и почет. Апрель, апрель на улице, а на улице февраль. Еще февраль на улице, а на улице апрель. Виктор Берковский называл свои песни песнями для совместного употребления. Ну, вот мне кажется, что этот термин как нельзя лучше подходит для обозначения творческой концепции коллектива, который сейчас выходит на сцену. Ансамбль КСП МИФИ, хор ученых и профессоров Дружественного вуза, в составе Виктор Андреев, Борис Анутриев, Владимир Белоусов, Вартан Саркисян, Александр Федоров, Владимир Королев, Сергей Брусницын и Павел Калугин. Oh,
вином стужат. Синее море, белый пароход, сяду, поеду на Дальний Восток. На Дальнем Востоке пушки молчат. На русских берегах скучают без девчат.
собой голос Виктора Семеновича Берговского специально для...